Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Вы смотрите видеообзор квартиры-студии в премиальном, новом, классном жилом комплексе «Парковый премиум». Начинаю я свой видеообзор из подъезда, чтобы показать, в чем же премиум этого комплекса. Итак, подъезды у нас отделаны краской в разном стиле, преобладает белый, оранжевый и серые цвета. На каждом этаже висят картины. Очень интересный и современный лифт Otis. На полу лифта какой-то камень красивый. Лифтовая стена вот эта отделана плиткой. И плитка на полу. Квартира-студия, которую мы сегодня будем смотреть, 25 квадратных метров. Вход в квартиру — такая металлическая дверь с двухконтурной звукоизоляцией, с такой панелью, и вход в саму квартиру. Здесь присутствует ниша под гардеробную. Можно сделать двери купе, и будет достаточно много пространства для хранения. С левой стороны находится санузел. В жилом комплексе «Парковый премиум» санузел полностью в кафеле. Устанавливается акриловая ванна. Или металлическая? Нет, все-таки металлическая. Унитаз, раковина. Натяжные потолки. Тут получается в комнате ламинат. Тоже натяжные потолки и обои. Такая дверь, санузел. Вот и мы заходим с вами в комнату. Комната-студия. За счет того, что санузел выпирает сюда, образуется ниша под кухонный гарнитур. Можно сделать небольшой кухонный гарнитурчик. Здесь поставить либо стол кухонный, либо холодильник. Вот. И с этой стороны уже жилая зона. Можно там оборудовать небольшой шкаф, а здесь диван. Отличительной частью этого комплекса является остекление окон. Здесь нет подоконников. И вот это окно полностью открывается. Застройщик, который строит этот комплекс, тот же самый, который строил «Привилегию». Поэтому они позаимствовали эту технологию окон оттуда. И это позволяет выйти на балкон, тоже который панорамный, использовать это пространство по вашей необходимости. Окна здесь выходят на лес. Парковый премиум находится недалеко от Челябинска. Вот видно парковый 2, видно улица Салавата Юлаева. Ехать тут на машине буквально 5 минут. Плюс ходит общественный транспорт по Новоградскому тракту, так как много садов находится в том направлении. Плюс это направление очень хорошо развивается. Планируется постройка через дорогу гипермаркета IKEA, если, конечно, ситуация в стране изменится. Ну, а так инфраструктура будет развиваться. У этого жилого комплекса собственная котельная. Это значит, что тарифы будут намного ниже, чем в старых домах. Далее, жилой комплекс «Парковый премиум» отличается эстетической точкой зрения. Вокруг дома благоустроена территория, ландшафтный дизайн, тротуарная плитка, места для отдыха с детьми, для прогулок. Все это будет с интересной подсветкой. Плюс территория будет полностью закрыта. Мусорные баки и контейнеры будут за территорией комплекса. Ну и будут организованы специальные места для стоянки автомобилей, что тоже повышает уровень комфорта и жизни в этом комплексе. Вот такую студию мы с вами посмотрели. По поводу стоимости я готов озвучить по вашему запросу, так как рынок сейчас достаточно нестабильный, он скачет, цена может плавать, поэтому если вас заинтересует квартира в этом жилом комплексе, вы можете написать мне в комментарии или позвонить по номеру телефона, который указан в описании к этому ролику. А я хочу поблагодарить вас за просмотр данного ролика и поставить лайк и поддержать мой канал, подписавшись на него. Ну и жду вашу обратную связь, как обычно, в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Увидимся
на новых обзорах. Всего доброго, удачи!